загорелось, вы просто вылезли и уже ждали пожарную охрану, правильно? Ну вылез тушить начал под метро, вот милиция, свидетели на огне. Огнетушитель раз под низ, тушу, ну вроде прекратилось, оно с салона больше дым идет. Взял другой огнетушитель, капот открывать, оттуда пламя. Ну на огнетушитель начал пламя, она мне как обожгло, и я оттуда. В 8:50 утра поступило сообщение на пожарную часть о возгорании маршрутного автобуса. Выехал третий караул пожарной части номер 21. По факту возгорания подтвердилось. Автобус, когда произошло возгорание, был без людей, пустой. И в принципе возгорание, ну, сейчас устанавливается, но предварительно произошло из-за короткого замыкания электропроводки в отсеке двигателя. Материальный ущерб сейчас устанавливается. Ну, ехал на мосту, почувствовал запах горевшей проводки. Заехал на остановку, высадил людей и уехал подальше от людного места. Дымило, потом загорелось. Начал тушить, не получилось. Приехали пожарные, потушили. Почему так, по вашему мнению, произошло? Ну, техника, она есть техника.